Молодцы, шикарно подготовились. Вы это сделали. Спасибо вам большое за ваш талант. Вы мастера своего дела. Наша команда – это дружная команда, где не только мы коллектив какой-то, не просто танцевальная команда, а семья. Одна семья, где мы живем вместе, едим одну еду и тренируемся. Целый день тренируемся. Наша постановка – это что-то новое для нас. Это эмоциональный такой позитивный стиль танца. Это для нас было что-то новое, трудно было. Есть чувство ответственности. Вот это самое главное для нас сейчас. Потому что мы сейчас сконцентрированы на выступлении, чтобы удивить зрителей, чтобы удивить вас, всех-всех. Этот проект для нас – это вызов. Это вызов показать и удивить зрителей, показать наши таланты, на что мы способны, возможность осуществлять свои мечты, чтобы в дальнейшем была возможность развивать нашу команду. Мы хотим выиграть. Мы не просто так сюда пришли, мы не просто все это делаем. Мы к этому очень долго шли, готовились, трудились, через много чего прошли. И мы должны победить. Мы на это сконцентрированы. Open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. We'll be right back.
Space Machine, Кыргызстан. Ребята, браво. В преддверии Нового года нам как раз не хватало такого праздничного настроения. Спасибо, что вы нам подарили его. Вопрос. Вы с таким успехом себя проявляете в хореографии, на сцене. Но, может быть, вам уже пора себя попробовать в кино? Да, конечно, мы думали об этом. Более того, после полуфинала были такие предложения. Но пока что мы акцентированы на этот проект, на этот финал. Возможно, после проекта подумаем. Надеюсь, вам понравилось наше выступление. Спасибо. Алавудин, а что вы скажете о постановке Space Machine? Знаете, сам проект Central Asian Got Talent доказал, что сегодня мало быть, как бы, быть артистом, в смысле, или танцором, или вокалистом. Это очень мало. Надо быть в совершенстве, то есть овладеть своим ремеслом, быть хорошим артистом в буквальном этом смысле слова, то есть овладеть актерским мастерством. Это у вас все есть. Молодцы, ребята, браво! Спасибо. Нурлан? Да, все-таки помнится ваше полуфинальное выступление. 7 миллионов просмотров, это говорит само за себя. Поэтому, ребят, спасибо вам за это настроение. На самом деле, давайте жить дружно, правда? Спасибо. Гульнур? На самом деле, очень талантливые ребята, молодцы, они профессионалы, и они каждый раз это доказывают. И сегодня был потрясающий номер. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Ситора. Space Machine, вы для начала выбрали самый мой любимый фильм. Гринчи, я тебя обожаю. Каждая пластика, ребята, вы божественно танцуете. И у меня такой вопрос, Серик, потрогай, они машина по-настоящему или же живые люди? Боже, они так двигаются, Гринчи особенно. Живые. Серьезно? Настоящие. Тогда вообще вы крутые, ребята, вы шикарные. Ребята, пару слов вашим поклонникам. Кыргызэлим, кыргызэль, бизди колдогула, бизге добуш бергиле, сиздерге чоң рахмат, биз сиздерге ишенебиз. Сыймыктанабыз. Алга, Кыргызстан! Если вы считаете, что именно Space Machine достойны победы, то отправляйте 06 на 50-21 или голосуйте в два раза дешевле на официальном сайте проекта centralasiagottalent.com. Только вы и ваша поддержка может сделать этих ребят победителями. Space Machine, спасибо!